Всем привет, и вы на канале о вязании крючком, игрушек и не только. Джули Вули Тойс. Я Юля, и я, честно сказать, не ожидала такого от вас ажиотажа и шквала комментариев. Я уже вязала модный тренд этого сезона, балаклаву, мишку. Вот в этом видео я уже связала для вас из плюшевой пряжи прикольную, универсальную, теплую балаклаву, мишку. Но вы меня просто закидали комментариями с просьбой связать балаклаву из Ализе Пуффи. Или, как говорят англичане, Alice Puffy. Вот. Но мы будем называть, как люди, далекие от изучения английского, Perfect English в совершенстве. Поэтому я буду называть Ализе Пуффи. Думаю, так всем будет привычней. Я понимаю, почему ваш выбор именно пал на Пуффи. Потому что для вязания из плюшевой пряжи нужны в первую очередь навыки вязания крючком и владение этим инструментом. А вот для вязания из Ализе Пуффи таких умений не нужно, ведь вяжется она ручками. Вязать из нее намного быстрее и комфортнее, чем из плюшевой пряжи. Поэтому она так популярна даже у начинающих вязальщиц. Ну что ж, вы просили, я сделала. Попробуйте только не лайкнуть, не подписаться и не жмакнуть колокольчик. Ну вот, я больше и не мишка, я теперь зайка. Очень теплая пряжа, очень теплая балаклава получается. Я, конечно, не знаю, насколько вам эти балаклавы всем комфортны, но, наверное, для морозной погоды, у нас сейчас как раз морозы, я бы не отказалась от такой теплой штуки, которая будет закрывать и греть мне вечно мерзнущий нос. Прошлую балаклаву в виде мишки мы с вами вязали в таком тоже рокерском стиле. Там были металлические шармики, подвески, цепочки. Эта балаклава тоже не стала исключением, ведь это именно фишка этих балаклав, и я сделала ее со съемными металлическими элементами в виде цепочки, и здесь у меня еще булавочка с подвесками, она тоже съемная, поэтому легко можно перевесить по своему усмотрению. Вы так просили, так хотели и так ждали этот мастер-класс, поэтому я не буду тянуть, и мы приступаем к обзору материалов, которые нам понадобятся для вязания этой балаклавы. Ну и для вязания балаклавы нам, конечно же, понадобится в первую очередь пряжа. Пряжа Ализе Пуффи. Я буду использовать Ализе Пуффи Fine. Обратите на это особое внимание. Она отличается от обычной Пуффи. Вот для сравнения два моточка. Как вы можете видеть, петельки отличаются по размеру. За счет этого, соответственно, у вас будет разная плотность вязания из этих видов пряжи. Потому что это обычная Пуффи Color, просто разноцветная, это Пуффи Fine, уменьшенная. Мне показалось, что из Пуффи Fine балаклава будет выглядеть более аккуратной и плотной. Все-таки хочется, чтобы эта вещь была более теплая, менее продуваемая и применительная для зимней поры. Как вы знаете, эту пряжу вяжут без крючка и без спиц. Тут прямо даже на упаковке пряжи написано об этом. Пуффи Файн, она мелковатая, и может быть вам в каких-то моментах будет удобно пользоваться крючком, особенно при убавках. Но это не обязательно, вполне можно чуть-чуть потрудиться и сделать убавочки пальцами. Мне, например, тоже писали в комментариях под видео, что вязать из Ализе Пуффи обычной это как бы легко и просто, а вот попробуй руками из Пуффи Fine. И вот что я вам скажу, вяжется прекрасно и руками из этой пряжи. Для балаклавы с ушками зайчика нам понадобится два мотка этой пряжи. Также нам понадобится совсем небольшой набор инструментов. В первую очередь ножнички, желательно счетчик ряда и маркер рядов, чтобы не сбиться и считать ряды.
Также нам пригодится сантиметр, чтобы примерять, если вы, к примеру, вяжете не на себя, замеры сделать заранее и потом уже вязать по этим замерам. И для такой толстой пряжи будет не лишней пластиковая иголочка. Будем ею пришивать ушки. Если же вы хотите все-таки сделать вашу балаклаву ультрамодной, как сейчас делают с металлическими подвесами, то запасаемся различными украшательствами и цепочками, которыми вы можете украсить ее по собственному вкусу. Ну а у меня еще будет модель. Если готовы приступать к вязанию, то давайте же начинать. Хотелось бы более наглядно показать вам на модели, поэтому модель студию. Это мой ассистент на сегодня, и на нем я буду вам показывать, какие же замеры нам нужны. В первую очередь мы должны определиться с количеством наших начальных петелек. Если вы бы вязали из обычной ализе пуфи, то там все начинают с 30 петелек. Для того, чтобы определиться, какое количество петель подходит конкретно вам, я предлагаю померить на себе, либо на вашей модели, таким образом, чтобы балаклава спокойно проходила через голову. Я, к примеру, вот отмерила, да? Зафиксировала. Достаточно комфортно, чтобы она и не телепалась сильно, и комфортно проходила. Теперь я фиксирую вот эту петельку и могу даже на ней поставить маркер. Это будет наш объем, окружность нашей балаклавы. Вы это смотрите, мерите по собственным меркам. Затем нам надо будет провязать до линии под глазами, чтобы закрывала нос. Просто ровной гладью мы будем провязывать. Тоже можно померить вот это расстояние. От этого тоже будет зависеть, сколько рядов вы будете провязывать непосредственно снизу. Затем мы сделаем прорезь для глаз. И здесь нам тоже нужно будет высоту лба замерить до того, как сделать сужение. Ну а дальше уже приделываем уши. Уши тоже вяжем отдельно, и наша балаклава практически готова. Так что давайте начинать. Итак, вот наша отметка, которую я померила на манекене. Я также ее перемерила на себя конкретно и поняла, что такой объем вполне будет достаточный. Но на этом мы не сразу начинаем. Нужно сначала оставить ниточку для пришивания в конце. Для соединения в начале. Для этого я беру ножницы и разрезаю 1, 2, аккуратненько разрезайте, натягивайте петельку, 3. Я разрезала 3 петли, соответственно, свой вот этот маркер я сдвигаю на 3 петельки. 1, 2, 3. Таким образом. Мы должны полностью перекрутить все петелечки, чтобы они смотрели на одну сторону. Лучше всего будет, если вы разложите вот так вот, как я, на столе аккуратно это все. Потому что на руках эта пряжа имеет свойство перекручиваться, а нам важно аккуратно начать первый ряд. Покажу вам поближе. Вот наша петелька с отметкой. Мы переворачиваем вязание, берем петелечку, следующую, и продеваем. Тоже смотрите, чтобы петельки все смотрели ровно в одну сторону. Это вот будет наша изнаночная вязка. То есть мы берем петельку, петельку продели, петельку, петельку продели. Ну и где там те, кому очень сложно вязать пуфи файн руками? Им точно так же вяжется, как и обычным пуфи. Та часть, где у нас будет вот такой вот узор, это изнанка будет. На лице будут вот такие петельки. Это имитация спицевого вязания больше, не крючкового.
И, соответственно, мы таким образом продеваем петелька в петельку, аккуратно, не перекручивая. Вот так. Для удобства лучше всего положите на ровной поверхности, первый ряд особенно. И мы продеваем до конца ряда. Не спешим, не торопимся, ведь первый ряд самый-самый сложный, сложнее всего начать. Следите, чтобы петельки у вас были затянуты достаточно плотно и не развалились при вязании. Очень важно также при вязании этой пряжи не пропустить ни одну петелечку, иначе рискуете то, что у вас останутся на изнаночной части лишние торчащие петли. И вот мы дошли до последней петельки в ряду. Мы ее провязали. Теперь берем начало нашего ряда. Очень внимательно посмотрите, чтобы он не перекрутился. И вот так вот мы должны соединить. Вот в эту петлю, нашу первую начальную, мы должны продеть вот эту петлю, конечную. А вот этим хвостиком, который у нас остается от вязания, который мы распустили, мы потом впоследствии подтянем и закрепим начало ряда. Предлагаю отметить это как наш первый ряд. Далее соблюдаем тот же принцип вязания. Обязательно ставьте маркер ряда, как-то помечайте начало ряда, иначе вы собьетесь со счета и у вас может быть неравномерное количество петель в ряду. Следующая наша петля с рабочей нити, и мы ее продеваем в следующую петлю в ряду. Точно так же мы продолжаем вязать полностью весь ряд. Считаем рядочки. Здесь нам пригодятся наши замеры. Так что мы то, что мы замерили расстояние от шеи до того, чтобы нам балаклава закрывала носик. И мы вяжем ряды и меряем по сантиметру, сколько нам еще рядов связать. Вяжем так, наращиваем, пока наша балаклава не закроет нос. Вот такой рисунок у нас должен получаться с лицевой стороны и вот такой с изнаночной. Вы не перепутаете точно. Главное, вот видите, когда петельки бывают перекручиваться, не делать вот так, а вы распрямляете петельку, чтобы она ровненько на вас смотрела. И петельку из рабочей нити вы берете точно так же ровной, не перекрученной. И просто продолжаете продевать, ничего сложного. Если же вдруг вам все-таки неудобно так продевать пальцами по какой-либо причине, хотя мне, например, очень удобно, то можно все-таки помогать себе крючком. Выглядит это вот так. Вот в убавочках мне обычно крючок помогает, а так, в принципе, достаточно комфортно, даже пуфи файн вязать руками. Я провязала таким образом 14 рядов, и самое время примерить на нашу модель то, что у нас получилось. Ну вот, мой помощник говорит, что уже достаточно ему рядов. По длине у меня полотно вышло 18 сантиметров. Эта часть вяжется сугубо индивидуально.
Теперь с этой части мы будем делать вырез для глаз. Вот наш маркер, вязание идет в эту сторону, и мы его устанавливаем так, чтобы от одного края глаза до другого симметрично была расположена наша выемка балаклавы. Здесь я ставлю маркер, и в Puffy Fine это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петля. Вы смотрите по своей модели, примеряйте. У меня получилось 14 петелек для прорези. Как нам связать прорезь? Мы отмерили с вами количество петель, которые у нас будут открытыми. Нам их нужно провязать и закрыть. Провязать их одна в одну. Считаем, сколько у нас этих петелек. Следующую петлю берем и продеваем в предыдущую. 2. 3. 13. 13 петелек. Соответственно, на нашей рабочей ниточке мы отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петелек. И 14 петлю мы присоединяем к открытой петельке, первой после наших закрытых петель. И продолжаем провязывать. Начало ряда у нас вот здесь. Можем сразу пометить маркером, чтобы не забыть. Провязываем полностью этот ряд до конца, так же, как мы вязали все предыдущие ряды. Вот мы дошли до начала следующего ряда. Наши петельки, которые мы оставляли над проймой. Мы их разворачиваем тоже, выкладываем аккуратно в линию, чтобы они у нас не перекручивались. И следующий ряд мы переставляем уже наш маркер. Следующий ряд провязываем таким образом. Берем петельку рабочей нити и продеваем петлю, оставленную над проймой. То есть мы должны провязать этот весь ряд, который мы оставили петелек. После того, как провяжете этот ряд, я советую еще раз примерить балаклаву, пока на этом этапе легко распустить и переделать что-то. Мы дошли до начала ряда. У меня здесь вот еще петелька что-то слетела. Так вот я ее подтягиваю и присоединяю к этой петле. Идем вязать дальше. Уже по кругу все понятно. Довязываем до конца ряда. Начиная с этого ряда, вы должны провязать по мерке высоты лба. Я довязала этот ряд до конца. Мы продолжаем вязать и наращивать нашу балаклаву. С того момента, как мы с вами расстались, я уже провязала 4 ряда. То есть мы провязали один ряд в эти петельки, которые оставляли, второй. И с этого момента вот 4 ряда. Уже пошла на 5-й ряд, и у меня закончился первый моток пряжи. Я из него, правда, уже связала за кадром ушко одно. Поэтому я приступаю ко второму мотку. Для того, чтобы начать, я оставила 2 петельки, которые мы тоже разрезаем аккуратненько. И оставляем ниточку. Открываем новый моток,
Здесь можно тоже разрезать пару петелек. Связать хорошенечко эти две ниточки. Эти кончики не спешите обрезать. Мы их спрячем внутри. И я продолжаю вязать пятый ряд. Я буду вязать еще после этого ряда 2 ряда. Всего у нас здесь будет 8 рядов. Но все нужно мерить. В общем, я довязала нужное количество рядов. У меня от нашего выреза получилось 11 сантиметров. В этом следующем ряду мы будем делать убавочки. Смотрите сами, если вам все-таки неудобно именно в этой Puffy Fine пряже вязать руками убавки, то можно помогать себе крючком. Ну, а так я думаю, что вы справитесь. Я провязала первую петельку. Следующие две петли мы берем на нашей шапочке и сразу через две петли продеваем нить. Видите, я руками свободно продеваю. Продеваем ниточку нашу рабочую. Следующую петлю мы провязываем обычную одну петлю, одну в одну. Опять следующую берем две петельки, нанизываем, можно на пальчик нанизать, и через них продеваем одну петлю. Выглядит это вот так. Следующую одну. То есть мы чередуем этот весь ряд, одну убавку и одну петельку в петельку. Продолжаем так до конца ряда вязать. Мы перешли на следующий ряд. В следующем ряду мы продолжаем точно так же вязать. Я закончила ряд на убавке, значит, начинаю его с одного столбика. И дальше снова убавочка. Как правило, те, кто вяжут из обычной пуфи, в этом ряду уже делают убавки до конца. Но поскольку Puffy Fine мельче, мы провяжем еще один такой рядочек. Я на себя лично провяжу именно так. Вот мы снова вернулись к началу ряда. И здесь уже мы делаем убавки до конца балаклавы, для того как она у нас практически закроется. И вот у нас здесь уже остается небольшое отверстие из 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Я снова надрезаю ближайшие 1, 2, 3, можно 4 петельки. Обрезаю ниточку, и теперь мы должны эту нитку продеть во все вот эти петельки. Можно это сделать крючком, можно пальцами, как удобно. Оп, и отверстие само стянулось. Теперь мы должны доделать нашу балаклаву, вывести этот кончик вовнутрь. Выворачиваем балаклаву наизнанку и доделываем сразу все наши косяки. Здесь можно на макушке закрепить ниточку. Тут мне в помощь идет пластиковая иголочка. И я просто прячу в петельке эту ниточку. Если у вас точно так же, как у меня, произошла смена мотка, то тоже прячем эти кончики по вот этим рельефным частям. И делаем более аккуратным начало нашей балаклавы. Здесь мы должны соединить просто вот две стороны.
стянуть ниточкой, чтобы не было никакого перехода. Здесь же можно сразу и закрепить. На этом сама основа балаклавы готова. А нам с вами остается сделать из нее ушастого зайца. И мы вяжем ушко. Ушко у нас получается двухстороннее, вот такое вот заячье ухо. В начале вязания, как обычно, оставляем разрезанную ниточку. Я разрезала 7 петель. Затем я просто набираю петелька в петельку 9 петель подряд. И теперь мы провязываем второй ряд. Здесь важно считать ряды, потому что ушки у нас должны быть симметричными и одинаковыми. Поэтому первый наш ряд будет в каждую петлю в обратную сторону мы провязываем по одной петельке. И мы теперь берем вот этот наш первый кончик, который мы оставили. Соединяем при помощи него кольцо. Нам пригодится еще при пришивании. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петелек. И теперь мы ставим маркер, провязав первую петельку. И просто вяжем по кругу 9. Это будет наш уже второй ряд. Всего мы должны провязать включительно по 17 ряд, таким образом по 9 петелек в ряду. Вы можете регулировать длину ушек, возможно, вам захочется покороче, подлиннее. При провязывании 17 рядов у меня получилось 23 сантиметра уха. Встречаемся после 17 ряда. Не забывайте следить за маркером и четко отсчитывать по 9 петелек в ряду. И мы с вами провязали 17 ряд. Далее нам нужно закрыть вязание. Закрываем его точно так же, как делали на балаклаве. Единственное, что здесь мы сразу делаем все время убавочки. Берем 2 петельки сразу и через них продеваем одну петельку с рабочей стороны нити. Итого у нас должно получиться 4 петельки. Далее мы должны, как и в предыдущих случаях, освободить нашу петлю, нашу нить и разрезать буквально пару петелек. Затем этой оставшейся ниточкой собрать все эти 4 петли и стянуть их. Ниточку эту закрепляем, можно прямо здесь и закрепить, и прячем вовнутрь ушка. Ну и нам надо связать, соответственно, 2 таких одинаковых ушка. Смотрите внимательно, чтобы количество петелек совпадало. Все, что нам остается, это выбрать расположение для ушек и пришить их той ниточкой, которую мы оставляли изначально. Вы можете поэкспериментировать и, примерив на себя, посмотреть, где конкретно вам понравится расположение ушек. Ведь можно расположить как на макушке, ушки на макушке, так и более чуть ниже. Располагайте, как вам нравится, а затем просто мы берем, стягиваем это отверстие. И я пришиваю непосредственно к самой балаклаве. Насквозь. Точно так же повторяем со вторым ухом. Главное, смотрите, чтобы они размещались симметрично. У манекена голова, конечно, чуть поменьше, чем у меня, поэтому у меня очень плотно балаклава сидит на лице. И металлические штучки, которыми мы украшаем балаклаву, вы можете их по своему усмотрению, по своему вкусу сделать. Я сделала их полностью съемными. У меня здесь цепочка на двойном карабине, то есть ее можно перевешивать по-разному, абсолютно по желанию.
А здесь у меня в закромах оказалось есть такая булавочка симпатичная с кучей подвесок, которую можно легко снять и прицепить в другое место или вообще оставить без нее. Ну как вам балаклава? Надеюсь, у вас все получится и вы свяжете балаклаву еще красивее, еще лучше. А если вы не поставили этому видео еще лайк, то самое время это сделать. Подписаться на канал и жмякнуть колокольчик. Ну и конечно же присылайте мне, как всегда, ваши работы по моим мастер-классам в директ инстаграма или отмечайте меня на фотографиях. Буду рада видеть ваши успехи. Ну а на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр, спасибо, что были со мной и вязали. До новых встреч в мастер-классах. Пока!